Праздник День молодежи подходит для любого возраста. В субботний вечер в городском парке собрались и взрослые, и дети, чтобы отдохнуть, послушать хорошие песни и поучаствовать в конкурсах. Все это делается для молодежи, для наших замечательных полевчан. Это праздник, это хорошее настроение. И вы сами заметили, что очень много народа всегда на таких замечательных мероприятиях, которые мы проводим. Детский праздник с участием городских творческих коллективов начался в 16 часов. К 6 часам вечера, когда поляна у сцены в парке была заполнена молодежью, начался настоящий музыкальный парад звезд. Пели, танцевали, шутили и устраивали конкурсы. В общем, полевчане веселились от души. Мне удается быть и в институтах, в университетах, и по работе на заводе я сталкиваюсь с молодежью. И по линии партии приходится встречаться с молодежью. Я могу сказать, что у нас замечательная молодежь. И перспективы в городе есть. Вот такие отряды регион, школьная дума. Это здорово. Это ребята творческие на самом деле. И дай Бог всем здоровья, всем побед творческих. Участники ежегодного фестиваля «Свежий ветер», а также гости из Екатеринбурга, удивляли зрителей эстрадными номерами, а девушки-модели – дефиле в вечерних платьях. Полевская городская школьная дума по традиции провела свою игровую программу, которая год от года нравится юным полевчанам. Мы очень довольны результатом. Молодежь сегодня активная, веселая, погода сегодня прекрасная. Вообще все супер прошло. Классный праздник. Мне нравятся песни, танцы и... потому что я на сцене не была, потому что я маме помогала. Полевчанке Алине Чазовой настолько понравилось наблюдать за начинающими артистами, что она сама захотела на сцену. Мне очень нравится, организация очень хорошая. Если бы я захотела, то тоже бы могла в ней поучаствовать. Ну, в нашем городе возможностей очень много. Я и пою, и танцую, все спрашивают, почему не пошла. Я говорю, пока времени нету. Ну, на следующий год я обязательно приму участие в Дне молодежи, что-нибудь спою. Кого не спроси, отвечали хором. Праздник удался. Усилительные мероприятия продолжались до 10 вечера. За правопорядком следили полицейские патрули. День молодежи принес только положительные эмоции. Следующее массовое гуляние полевчан ожидается на День города. Ольга Демьянец, Сергей Чижов. Новости нашего города.